Итак, сегодня мы попробуем разобраться, что же можно купить на 300 рублей. $10. Выпустить на волю бабочку купорочника как у тебя. Купить большую картошку. Колу, соус, Биг Мак. Наточить коньки. Сделать роль смоченную глюкозу. Купить плакат «Мама, папа, девочка». Сделать страшную стрижку подруги. А можно провести вечер с четырьмя мужчинами очень приятной внешности, как внутри, так и снаружи, и получить незабываемое весеннее настроение на всю неделю.